Roblox Tower Battle. Бои башен. Бегут зомбаки из туннеля по дорожке в туннель. Так, где звук-то? Ай, выключил. Нет, не выключил. Звук есть. Не прогрузилось. О! Кто тут на сервере? Так, профессионал. Профессионал. О, три профессионала! Вместе со мной четыре. Ох, только один нубера получился. И два нубика только. Остальные все сильные игроки. О, вот этот самый сильный. Дмитрий, 59. Дмитрий, 59, самый сильный. Запомнить надо, кто самый сильный. Что, котик? Ой, хочешь поиграть? А я уже в игре. Это, вето, нет, не вето. Нет, не вето. Ха-ха, выходи. Если не нравится. Так, а я выберу, если он вето хочет. Вот это. Ха-ха. Так, ага, то, что я, кажется, выбрал. Апгрейд. Все. Ферма есть. Плюс 100 долларов. О, у этого 50 долларов. У меня 100 долларов. А там что? Сколько человек играет? Так, как я говорил, кто там? Дмитрий против меня играет. А, самый сильный игрок против меня. Ну все. Я пропал. Если конкуренты не допустят ошибок серьезных, то я гарантированно проиграл. Даже если я буду хорошо играть. Ну-ка, давай-ка я тоже поставлю гараж. Оп. У нас два гаража. Два джипа едут. Все. Остальные проходят. Несколько человечков. А нет, не проходят. Я улучшаю свой джип немножко. 19 секунд, 18 секунд. Ну ладно, немножко пройдут, не страшно. Зато потом. А у нас 4 фермы на троих. Ну, опытные игроки, не совсем много. 5 ферм. А там что происходит? А эти копят деньги. Все, они проиграли. Кто копит деньги, тот проиграл. Такого ферм нету, тот проиграл. Самолетики есть, нету, это уже не важно. Так, ферму поставлю еще. Не знаю, что делать, поставлю ферму. Все, даже если они крутые игроки, денег у них нет, значит они проиграли. Что там моя машинка? Оп. Сейчас поедет, все будет хорошо. Улучшаю ферму. Все, деньги есть. Спама нет. Поставить что ли автоматчика, пулеметчика. Там его. О, три джипа у нас. Оу, оу! Не, дело дрянь. Да елки, мне звонят. Не буду отвечать. Улучшаю джип свой. Поздно причем. 13 секунд осталось. Ай! Кажется, я проиграл. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ой, какой кошмар. А, отправляют спам. Ах вы нехорошие. Спам отправляете. Вы тратите ваши деньги, и у вас это последний шанс.
Потому что дальше... Дальше вам будет хуже. Так, запускаю джип свой. Пять секунд. Этот проехал. Этот проехал. Так, мне звонят настойчиво. Так, 1200. Что же делать-то? А, улучшу вот это. Улучшу эту машинку. А вы потратили деньги. Что у вас там? А у меня командос. Все, до свидания, друзья. Так, машины сейчас будут ехать, ехать. Так, это мое. Так, машин куча, а вы потратили деньги. Спам отправляли. Ну все, вам кроты. Сейчас я чуть-чуть экономику подкачаю. У меня сколько ферм? Две только. Сейчас будет три фермы. Ну-ну. Сейчас. Мне звонит мой друг. Так, немножко экономику. Улучшу. Так, ну вы потеряли деньги, я так полагаю, много денег, мои друзья. Я улучшаю ферму опять. И опять. Ну все, я богат. Рискнуть, что ли, отправить спам им. Так, команда скрут. Так, ну что ж, товарищи, сейчас узнаете, как мы отправляем спам. Так, джипы у них есть. А, командос. Ну ладно. Я отправляю боссов. И вот это тоже отправляю. Что, котик? Что, котик? Ну давай попробую уезжать. Копят деньги. Вместо того, чтобы фермы ставить, копят деньги. Как же так можно играть? Еще босс, еще босс, еще босс. Зомби. О, мои зомбаки проходят. А это еще не мои. Мои вот они только начали свое шествие. А там что, двое только играют? А-а-а, Дмитрий профессионал играет, но с ними не играет третий игрок. Они без одного играют. Все, дела у них плохи. Спиди, спиди. Скаут, самолет и команда. Больше никого. Ну, все мои боссы проходят. Все мои боссы, которых я отправил, проходят. Некромант еще есть. Некромантер. Еще босс отправляю. Двоих. Еще этих. Еще этого. Тут еще мистери. Мои боссы.
Проходят боссы, проходят. Не убьешь, не. Как же так? Их же много. Сейчас 16-я волна, мистери пойдут. Все, мои боссы прошли. Вот эти два босса прошли. Не, ну так же ты их отобьешь. А сейчас мистери, если я отправлю. Они быстро. Победа! Ой.